Хотим представить вам теплицу фермер. Теплица 7-метровая. Тут мы смонтировали ограждение для грядок. Вот, покажем вам ограждение для грядок. Тут у нас присутствует формуга с автоматом МК-7. На формугах есть цепи для того, чтобы не вырвало формугу при сильном ветре. Есть двери купе. Значит, еще одна формуга. Еще одна. Всего установлено 3 формуги. Теплица 7-метровая с перегородкой.